Сложный очень матч, очень тяжелый. Практически без моментов, как у одной, так и у другой команды. Причины, ну, на мой взгляд, наша причина – это, во-первых, отсутствие ряда игроков. Это раз. Вторая причина, на мой взгляд, это очень сложный и тяжелый календарь, график, который мы за 9 дней провели 3 игры. Я думаю, поэтому было физическое состояние не особенно, можно сказать, хорошее. Вот это главное. Ари не играл по той причине, что у него микротравма икроножной мышцы после прошедшей игры. И я просто не стал рисковать его здоровьем. Если он ее вторично получит, то он выпадет до конца сезона. Поэтому он не стал, я его не стал даже выпускать. По Игнатию, надеемся, что к следующей игре, вот Игнатию то же самое, мы не стали рисковать. Потому что риск сейчас потерять игрока до конца сезона. Ну, во-первых, наверное, неправильно форсировать нечего, потому что тот календарь, который представила премьер-лига, я считаю, что он неправильный и ненормальный. Финал Кубка. Должны прийти две команды, которые бы они были подготовлены в хорошем физическом состоянии и показать хороший футбол, за который не стыдно было бы лиге. Но как можно в физическом хорошем состоянии ко второму подойти, если за 6 дней перед финалом мы должны сыграть 3 игры? За 6 дней 3 игры и финал. Как это? Я это не понимаю. Или на кубок просто не обратили внимания. Календарь, на мой взгляд, можно сделать более равномерным. По крайней мере, перед кубком и одной, и второй команде дать какой-то перерыв для подготовки. Но нельзя играть через 2 на 3 такой цикл. За 6 дней 3 игры. Но Урал за 7 дней 3 игры. Тогда почему у одних один день лишний, а у других нет? Для меня вообще не понятно. Этот календарь, который сейчас представили, он непонятен. Я удивляюсь даже и тренерам сборной, которые, игроки национальной сборной, которые здесь есть, да они просто попадут в яму после вот этой работы, которая будет. Ну, еще раз повторяю, наверное, кубок – это реклама. Это реклама, чтобы там был хороший футбол. Что же мы делаем? Все, наверное. Спасибо.